слышишь, ситуация такая. Никита в санях, но не едет. Упряжка новогодних оленей. Перед ним и Никита спрашивает у команд, где взять еще двух оленей. Ребят, если знаете, подскажите, пожалуйста. И не забудьте представить свою команду. Кремниевая долина. Слушай, не подскажешь, где взять еще двух оленей? У нас на свитерах их еще больше. Спасибо. Подскажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? У меня есть два оленя. Команда Хали-Гали. Подскажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? Ну, сейчас деду позвоню. Жестко про деда. Туда-сюда. Подскажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? Ну, можешь у нас вот этого забрать, он у нас всю началку запорол. Получай, ой. А я второй, получается. Кошечки на Тимура. Скажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? Но я сегодня добрый, можешь забирать меня. Скажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? Но если вам эти два не понравились, есть еще третий. Лучшие! Пробьешь когда-нибудь? Шепот за кадром. Скажите, пожалуйста, ребят, где можно взять еще двух оленей? А зачем вам два белых оленя? У меня есть три белых коня. Я думаю, что еще есть, да, вариант? Еще? Пожалуйста. Команда Квен Хали Гали. Ребят, скажите, пожалуйста, где взять еще двух оленей? У меня мешок здесь есть, могу предложить днем посмотреть. Ну что ж, спасибо большое, Никит. Еще, простите, да, не вижу. Спасибо. Ребят, Команда? Команда, короче. Ребята, скажите, пожалуйста, где можно взять еще двух оленей? Мне нужно два крепких мальчика из зала. Для этого тип выходил. Кошечки на Тимура. Скажи, пожалуйста, где взять еще двух оленей? Ну, можете взять моих кошечек. Правда, у них вместо рогов усики. Я думаю, что на этом мы можем поаплодировать Никите и проводить его в зал. Спасибо большое. Да, далее мы встречаем Вадима Искандарова. Да, пожалуйста, вот у нас есть офисный стул. Вадим, а вот вы когда-нибудь катались на стуле, нравится вам? Катались на стуле когда-нибудь, нравится вам этот процесс? Нет, у меня довольно узкий кабинет. Хорошо, просто сейчас будет ситуация очень похожая. Да, сейчас мы вам расскажем, но прежде хотим командам на всякий случай напомнить, слушайте, что отвечают другие команды, вы повторялись, да, чтобы себе минусы не зарабатывать. Итак, лайфхак от Савелия Бойкова. Вадим, ситуация такая, вы босс суперагентов. Когда к вам подходит команда, вы очень пафосно поворачиваетесь на стуле и спрашиваете, почему ты провалил задание. Да, вы спиной к зрителю. Ребята, вы суперагенты. Идете к боссу, и почему-то вы провалили задание. Подумайте, хорошо. Можете пока покататься? Есть. Да, есть команда. Команда Хали-Гали. И почему-то провалил задание? Ну вы бы еще другой маскировочный костюм дали, но вообще ни с чем не сольешься. Так, быстро. Пожалуйста, да. Команда. И почему-то провалил задание? Я забыл. По-моему, это зачет был ответ. Да. А пока там никого нету. Даже он вспомнил. Давайте. Можно. И почему? Все-таки ты провалил задание. Вспомнил. Наши кого отправлять. Лучше бы не вспоминал, получается. Пожалуйста, есть команда. Команда КВН, короче. И почему ты провалил задание? Да вы меня видели вообще? Продолжаем. Шепот за кадром. И почему ты провалил задание? Ну извините, у меня собака домашку съела.
Следующая команда КВН туда-сюда. И почему ты им говорил задание? Брат, 5 звезд ставь на такси и уходи. Ну ты-то почему провалил задание? Да, вчера молоко скисло. Я, получается, и загулял, и забродил. Спасибо, следующий. Кремниевая долина. Почему ты провалил задание? Я слышал, тут тогда оленя искал. Команда Хали-Гали. И почему ты провалил задание? Босс, потише, за нами следят. Там точка типа красная. Там вы все поняли, да? Пожалуйста, команда КВН. Команда КВН Бульвар. Лучшие! И почему вы лучшие давали задание? Ну вы нашли кого мне в напарнике давать, я его в темноте потерял. Лучшие! Есть еще одна версия. Команда Короческого. И почему ты давали задание? Так галстук слишком маленький. Большое спасибо, на этом мы можем проводить Вадима. Еще, простите, Вадим, придется еще немножко покататься. Поехали. Ну ты почему провалил задание? А Гузок, ты уволен! Вы так решили меня проводить, да? Да, все. Это он. Спасибо большое, Вадим. Проводим нашу члену жюри в зал. Под ваши аплодисменты пригласим сюда Максима Марченко. Для вас у нас тоже есть ситуация. Угадайте, что? Максим, спокойно, не переживайте, я все узнала. Максим, вы палач, собственно. А КВНчик занимает место вот в этих кандалах, и вы спрашиваете, какое ваше последнее желание? Ребят, ваше последнее желание. Ну сколько желающих сразу. Какое ваше последнее желание? Вы массаж делать собираетесь? Шепот за кадром. Какое ваше последнее желание? Иди уже третий день, прошу спинку мне почесать. Вон там снизу, где поясница-то? Какое ваше последнее желание? Я на этих последних желаниях уже третий раз сваливаю. Лучшие! Вам надо перебивкой на следующую визитку это брать. Команда Хали-Гали. Какое ваше последнее желание? Ну что вы заладили сразу последнее и последнее? А у вас какое последнее желание? Действительно. Что вы заладили? Какое ваше последнее желание? Зарежьте ее, она нам надоела. Команда КВН туда-сюда. Какое ваше последнее желание? Ну забыл я слова, ну и чё? Быстро среагировали тут просто. Кошечки Ратибора. Какое ваше последнее желание? Голову убейте, только усы, пожалуйста, не сбивайте! Продолжаем. Команда КВН, короче. Сделайте эту штуку пониже, я не достаю! А какое ваше последнее желание? Шепот за кадром. Какое ваше последнее желание? Какое ваше последнее желание? Хе-хе, какой-то вы странный пластический хирург. Тут персонаж залагал, одно и то же говорит. Смотрите. Кремниевая долина. Какое ваше последнее желание? В смысле, это что, не собачья парикмахерская? Собаческая была. Я запомнил. Команда Хали-Гали.
Какое ваше последнее желание? Ну, челочку мне косую подстригли. Есть еще версии? Если нет, то... Есть еще последние желания у кого-нибудь? Да, чтобы закончилось. Спасибо большое, Максим, провожаем вас в зал. Судя по аплодисментам, да. А вот Диме можно отдать. Друзья, давайте поаплодируем командам конкурса. Импровизационный, сложный, всегда это тяжело дается, но что-то было. Можно выдохнуть наконец-то, потому что нам осталось только узнать оценки за этот конкурс. Команда, можете подходить поближе, не стесняйтесь, уважаемые жюри. Максимум за этот конкурс также 6 баллов. Ну что, поехали, оценки.